В Омске председатель правительства встретился с губернатором области Сергеем Назаровым. Петр Степанов посетил ряд экономических объектов. Один из них – бизнес-инкубатор, который оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. Предприятия, которые занимаются инновационной деятельностью. Я считаю, что этот опыт тоже нам каким-то образом необходимо перенять, для того, чтобы создать условия для развития малого и среднего бизнеса. Особый интерес для Приднестровья, по словам Петра Степанова, представляет опыт работы омских предприятий по переработке отходов ТЭЦ и производству строительных материалов. А омской компании «Мостострой», как сообщил президенту Петр Степанов, предложено рассмотреть вопрос о строительстве моста в Приднестровье. Глава государства инициативу одобрил. Посетили предприятия МИР, НПО «МИР» и посмотрели энергосберегающие технологии, вопросы энергосбережения для нас тоже. Злободневно. Писали протокол с Назаровым о намерениях и договорились о подготовке договора. Какие технологии в сельском хозяйстве Омска могут принять наши аграрии? Этот вопрос также президент обсудил с премьером. Петр Степанов проинформировал главу государства о том, как продвигается работа над бюджетом 2013. В ближайшее время проект должен быть вынесен на рассмотрение профильного парламентского комитета. На рабочей встрече речь шла и о состоянии отопительной системы. По словам председателя правительства, тепло подано во все дома и социальные учреждения республики. Единичные порывы устраняются в рабочем порядке. По окончании совещания президент дал ряд поручений правительству. Татьяна Сярова, Александр Савюк, Первый Приднестровский.